во всех городах и даже селах, находящихся на территории бывшего Советского Союза, среди всех высаженных растений, несомненно, первое место занимают тополя. Именно их повсеместно сажали во времена СССР на бульварах крупных и не очень городов, в райцентрах, поселках городского типа и вдоль дорог. Правда, сегодня многие жители всех этих населенных пунктов вряд ли рады такому засилью именно этих деревьев, ведь в летнее время с тополей летит пух, заставляя страдать аллергиков. В первое десятилетие после окончания Великой Отечественной все, что касалось качества жизни советских граждан и их хотя бы минимального комфорта, решалось ударными темпами, наравне с поднятием промышленности и восстановлением разрушенных населенных пунктов. В руководстве понимали, что без зеленых высадок не получится сделать новое жилье безопасным и уютным для горожан, не получится поддерживать в норме их здоровье, как физическое, так и ментальное. Тем самым реализовывался проект, который был разработан еще во время правления Иосифа Сталина. Именно он дал указание по высадке растений буквально в каждом городе и поселке СССР, независимо от его размеров и густонаселенности. Работы проводились массово и с большой скоростью, не ради экономии времени, а ради того, чтобы в ближайшие 10-15 лет тополиные высадки уже начали выполнять свою работу. Несмотря на продолжительный жизненный цикл, тополь относительно медленно растет, фаза активного роста длится от 20 до 40 лет. Тем не менее, выполнять свою функцию растение может уже в первые несколько лет. Проект высадки проводился с впечатляющей для того времени скоростью. Были применены все возможные ресурсы, чтобы обеспечить коммунальные службы населенных пунктов, а также другие группы, занимающиеся высадкой достаточным количеством саженцев. Почему был выбран именно тополь? Во-первых, они очень быстро растут. Во-вторых, они непривередливы и нетребовательны. Но это не единственные факторы, повлиявшие на выбор главы государства. Именно тополя – это уникальные фильтры, созданные природой. Они удерживают вредные вещества. Их не пугает загазованность, наблюдающаяся в крупных мегаполисах и промышленных центрах. Они просто поглощают все вредные соединения. Именно с этой целью эти деревья и сажали вдоль автомобильных дорог. Учитывая то, что форма у них пирамидальная, их вполне можно высаживать очень близко друг к другу. В связи с этим тополя встречаются в огромных количествах. Это дерево – настоящий рекордсмен в плане выработки кислорода и отдачи его в окружающую среду. За одни только сутки тополь может обеспечить кислородом 4 взрослых людей. У этих деревьев есть одно существенное межполовое различие. Растения мужского пола пух не производят. Цветут только тополя женского пола. Изначально планировалась высадка деревьев мужчин. Но на то, чтобы отобрать эти саженцы, понадобилось бы слишком много времени. Поэтому над этим не стали слишком заморачиваться. Тополиный пух, массово распространяющийся по окрестностям, появляется исключительно во время цветения деревьев. Страдают от него, прежде всего, аллергики. Но и другие неприятные ситуации не исключены. Пух с тополей хорошо горит, и если он загорается, последствия могут быть плачевными, может возникнуть сильный пожар. Именно поэтому в последние годы тополя активно вырубают, а на их место высаживают тополи других сортов, а также клены и липы.